Cherokee. Он когда-то играл в дуэте с гитаристом и начал пробовать играть какие-то фразы, которые ему казались, он слышит внутри себя, но они ему не давались никогда как-то сыграть это. Вот ему, он пытался, у него не получалось. Вот в дуэте, когда он играл с гитаристом, он услышал, что у него получаются вот эти фразы. Вот он говорит, что где-то в 42-43 году ему показалось, что он начал как бы внутри себя слышать настоящий бибоп. Когда появились бопперы, их как все новое никто не воспринимал. Считали, что это люди какие-то ненормальные, зачем портить музыку, зачем усложнять, когда можно играть спокойно и красиво. Первым был, кто сказал, что это не музыка, Луис Амстронг. Потом он задал свои слова назад. Люди играли всегда в средних темпах, а тут появились бопповые музыканты, которые играют три раза все быстрее, и гармонии настолько сложные, что невозможно ничего понять даже. Поэтому даже многие вот такие, как Дизи Гиллеспи, Чарли Паркер, специально играли вот именно стандарты, изменяли немножко гармонии, играли быстрее, чтобы к ним никто не приходил из тех музыкантов, которые там не знают, чтобы не мешали им. Даже в фильме «Bird» есть записи, вот Клинт Иствуд, когда снимал фильм про Чарли Паркера, он хотел сначала пригласить артиста, такого как Чарли МакПерсона, который будет играть самого Чарли Паркера играть, но потом он понял, когда послушал много записей Паркера, что как Паркер, играл только Паркер, и ни один музыкант его имитировать не сможет. И он пришел к тому, что надо найти актера, которого научить двигать пальцами в запись. Это был Форест Уитакер. Но записи, которые он хотел ставить в записи в диск, имеется в виду в фильме, он не хотел ставить те, которые все знают, поэтому ему пришлось найти любителей, которые ездили за Чарли Паркером с микрофоном и везде его записывали. Он нашел такого человека, он достал эти записи, но записи были очень некачественные, потому что не было слышно ритм-групп, и таким образом нельзя было такие записи ставить в фильм, потому что явно было бы что-то не то.
что сделала тогда современная технология? Они как бы разделили, они вырезали полностью аккомпанемент, который был записан в 47-м, 50-м годах, и они добавили современную ритм-группу, такую как там Монти Александр, Рэй Браун. И под, да, подключили запись Чарли Паркера, конечно, они немножко вычистили звук. И вот когда Чарли Паркер играл вот с современными музыкантами, то все равно это было современное, и то, что он играл, оно и сейчас звучит современно. Особенно его записи live, там, где он... клубные записи. Клубные записи, во-первых, там они ставили рамки, они могли играть и 10-15 минут. В то время, когда он записывался, лимит баллады был в 3 минуты. Надо было успеть сыграть все. И причем это было гениально. Многие играют по 15 минут, и мы тоже. И ничего не происходит в музыке. А они в 3 минуты укладывались, и получался шедевр. Я знаю такую историю, когда Чарли Паркер играл с Билли Экстайном в оркестре. Его с трудом туда рекомендовали, потому что Билли Экстайн не хотел Чарли Паркера, он знал, что он не обязательный человек, он алкоголик. Но все-таки Паркеру нужны были деньги, и ребята за него поручились. Тогда Билли Экстайн сказал, хорошо, если он завтра придет вовремя на работу как надо, я его оставлю в составе, он будет зарабатывать $4 в неделю. Там хорошие были в то время условия, это считалось $4 большие деньги. Можно было там за 30 центов ботинки купить. Поэтому Чарли Паркер согласился на эти условия. Но так как он знал сам себя, он испугался, что он будет не прийти вовремя, поэтому он остался ночевать в этом же клубе под сценой. Но перед этим он напился хорошо. И получилось так, что в тот момент, когда надо было выступать, Паркера на сцене не было. Он проспал весь концерт под сценой. И кто-то к концу концерта понял, что что-то не то, что-то трещит, храпит, не могу понять, что происходит. Они поняли, заглянули, увидели Чарли Паркера, после этого Билли Экстайн сказал, ладно, я тебя возьму в бэнд. Но он все равно недолго там продержался. Он в конце подрался с самим Билли Экстайном. Ну вообще, о Чарли Паркере много есть разных историй. Он, во-первых, он был очень нервный человек, он не воспринимал критику, если кто-то его критиковал, он сразу лез драться. Не, ну вокруг шоки знаменитости, как же Чарли Паркер, естественно, много анекдотов и историй. На самом деле, как в интервью Рэд Родни говорит, на самом деле он был очень скромным и очень стеснительным. Я помню, мне рассказывал историю, когда-то пианист Лэри Виллис, ему это рассказал историю Сони Стин. Чарли Паркер как-то приехал на выступление в клуб, но по дороге он потерял свой саксофон, который он одолжил у друга, который ему как бы его дал, чтобы заработать несчастные $5 за тот вечер. Поэтому как бы у него своего инструмента не было, и когда он у него появлялся, он либо был в ломбарде, либо он его терял. Вопрос, а почему его Бёрд назвали? Почему Бёрд такой? Ну, Бёрд это ему дали как бы его кличка была, потому что, во-первых, то, что он играл, в то время такого никогда никто не делал, он в гармониях так, как птица парил. Есть много версий об этом. Есть версия, что он очень-очень любил курицу. Просто есть разные истории про Чарли Паркера. Вот есть еще одна из историй, которую мне рассказал Фил Вудс, когда в 1949 году он учился в Джулиарде, он подрабатывал в стриптиз-баре как саксофонист, потому что работы особенно не было, где-то надо было играть. И он всегда был недоволен своим штуком, саксофоном, тростями, вот этим вот шнурком. Но всем оказалось, что саксофон плохой, штук плохой, все плохо, все не так играется, как ему надо. И так как он учился в Джулиарде у Ленни Тристана, Тристан ему сказал, что мы сегодня будем играть на Бродвее в одном из клубов, там будет сам Чарли Паркер, приходи, послушай, познакомиться. И Фил Вудс пришел на этот концерт. Видит, стоит Чарли Паркер, но играет на баритон-саксофон. И он играет и видит, что ему очень неудобно, что что-то не то, но это не его инструмент, и саксофон звучит ниже. Он подходит и говорит в перерыве, господин Паркер, может вы хотите поиграть на моем инструменте? Он говорит, ну да, сынок, было бы неплохо.
Фил ему дает свой саксофон, причем он же как вас считал, что саксофон ужасный, и он ничего не может с ним сделать. Чарли Паркер взял ему штуку, поставил, он даже не мочил трость, ничего, и начали играть Long Ago and Far Away. Мелодию, он отыграл квадратов 5-6 соло, и Фил Вуд смотрит, что ему штука играет, трость вроде нормальная, он ее даже не мочил, она была поломанная, как он помнит. И шнурок вроде бы все в порядке, и ноты берутся. И как же он играет, он смотрит, потом Паркер положил саксофон, говорит, какой сынок, иди ты. Я говорю, я так перепугался, я не знаю, что я тогда наиграл, но после этого Бёрд мне подошел и сказал, ты будешь играть. Ой. Я на всю жизнь получил закал такой, что я понял, просто надо заниматься, проблема во мне, а не в саксофоне. А еще вот скажите, пожалуйста, вы играете на Сельмере, но это не Mark 6, это референс 54. Да. Вот, осознанный, видимо, выбор. Почему? Я вам скажу, почему? Потому что я не хотел брать старые инструменты, потому что у старых инструментов чаще всего бывают проблемы при переездах, перелетах, они всегда реагируют на погоду. И я встречался с многими музыкантами, как Чарли Макперсон, Фил Вудс, Бобби Уотсон. Они мне говорили, что они из-за чего перешли на новые модели, потому что устали, постоянно куда-то приезжают, и инструмент плохо себя ведет, не отдается, не играет так, как бы хотелось, нужные ноты не берутся. Иногда просто что-то происходит с инструментом. Лучше всего иметь новый инструмент, потому что мы-то находимся сейчас в новом измерении, хотелось бы играть с нуля на новом инструменте. Я не хотел бы брать инструмент, на котором кто-то до меня играл, и я не знаю, что с ним происходило до того, и как, что. Я взял этот инструмент и с первых звуков узнал, что с ним должно быть и что с ним будет. Так как мы говорили раньше о том, что Чарли Паркер не имел своего саксофона и часто играл на чужих, вот я сейчас демонстрирую вот модель этого инструмента. Это не Сельмер, это не мой инструмент. Я сейчас буду играть на этом инструменте, вы увидите, есть разница, нету, вы услышите. Потому что... Мы сыграли композицию, которую Чарли Паркер записал со струнами, она называется «Everything Happens to Me».
Получилось, я с ним как бы познакомился, поговорил, но это как бы это знакомство, он даже и не понял, я поляк или я русский, он не знал, что как мы чуть поговорили, и он уехал. И второе уже ближе знакомство у нас было в 92-м году, когда я эмигрировал в Израиль. Он приехал с таким бендом, как Parliament Super Jazz Band. В этом составе играл Donald Good, Слайд Хэмптон, Джимми Хит, Сам Фил Вудс, Кенни Барн. На ударных играл Кенни Вашингтон, и на басу был тогда молодой еще Тиша Макбрайд. И вот после концерта я смог зайти за кулисы, поговорить с ним, рассказать ему, что я, кто я, как, что бы я хотел. И Фил сказал мне, приходи завтра, у нас будет мастер-класс в таком-то месте, приходи, я тебя послушаю, уже как ты играешь на инструменте, и тогда уже поговорим серьезно. Я пришел тогда, поиграл на этом вот мастер-классе. Филу, может быть, даже понравилось, не знаю, ничего особенного не говорил. Единственное, что он мне сказал, если ты собираешься ехать в Нью-Йорк, ты вот мои координаты, дай мне знать, и мы что-нибудь придумаем, я тебе помогу.
где-то года через полтора получилось так, что со мной познакомился Эрни Лоренс. Это был человек, который создал школу, которая в Нью-Йорке называется New School. Он переехал жить в Израиль. Ему, он любил вообще по всему миру ездить, но так как он был еврей, он решил, что конец жизни он хочет провести именно в Иерусалиме. Он переехал жить в Израиль. А я имел постоянный, как бы, раз в неделю клубный ангажемент, играть в клубе там, и он приходил всегда, меня слушал. И как-то задал мне вопрос, я его лично тогда не знал, но знал, что есть такой человек, он ко мне подходит и говорит, я Арни Лоренс, мне нравится, как ты играешь, а ты вот задумался поехать учиться в Америку. Я говорю, ну это была мечта, поехать учиться в Америку. Он говорит, ну в чем проблема, говорит, я директор New School, если ты хочешь, скажи сейчас, так как сейчас июль, в сентябре ты уже будешь учиться. Ну я говорю, ну, я согласен. Думал, он пошутил. На этом мы с ним как бы расстались. И где-то в августе он опять приходит на мой концерт, говорит, ну что ты решил? Я говорю, ну я не знаю, ты ничего не говоришь. Он говорит, ну ты уже зачислен, тебе надо билеты покупать. Я говорю, а как же платить, у меня нет денег. Говорит, у тебя есть стипендия за ЦИМСа и свободу. Я говорю, а у кого я буду учиться? Он говорит, мы решим, пока ты попадешь к Джаки Маклин, а там дальше мы посмотрим. Я пришел к Джаки Маклин на первый урок, когда я приехал. Джаки на меня посмотрел, сказал, я понимаю, кто тебе нужен. Ты белый, тебе нужен Фил. Я, он говорит, учу по-другому немножко, я вижу твою концепцию, поэтому все здорово, я понимаю, кому тебе надо ехать учиться, и он меня перевел к Филу Вуду. Поэтому с того момента я попал к Филу и был счастлив. А также параллельно я занимался и по аранжировке у Тошика Киоши, после Федзо был Дэйв Либман. Иногда были мастер-классы того же Буба Ниндзя, так что я многих их знаю. Играл первый, как бы, первый мой такой концерт в Нью-Йорке был Fat Tuesday, такой клуб. Я не знаю, он сейчас есть, наверное, нету. И я тогда как бы выиграл, как сказать, как и студентов, выиграл два дня сыграть в трио Кенни Баррона. Играл Руфус Рид и Виктор Джонс на барабанах. И мы, как студенты, имели право выступить с этим трио. Два дня подряд каждый кто-то из нас мог играть. Я вот играл именно с Кенни Барроном. И когда я вышел на сцену, перед этим мы порепетировали чуть-чуть. И когда я вышел на сцену, я видел в зале и понял, что обратной дороги нет, придется играть. Потому что в зале сидели все, кто меня только мог слышать. Там в тот момент и Рэнди Брекер пришел, и Сидор Волтон был там. И Ром Картер сидел, пил пиво в этот момент. И тогда еще живой был Арт Фармер, он в тот момент приехал в Нью-Йорк, он тоже сидел там. И я играл именно для этих людей, понимал, что либо играть, либо убежать и забыть о музыке вообще. Поэтому я понял, придется играть, как последний раз в жизни. А можно вопрос? Да. А расскажите, пожалуйста, подробнее об учебе в Америке. Насколько было сложно? Ну, во-первых, было сложно, потому что я английский еще к тому времени не знал, так как я его знаю сейчас. И когда я пришел к Филу Вуду, Фил мне сразу сказал, меня интересует, что ты талант, не талант. Во-первых, первое, что он меня посадил за рояль. Я говорю, я не пианист, он говорит, меня это не волнует. Он говорит, ты сядешь и будешь играть на рояле. Я говорю, я не умею. Он говорит, знаете, следующий урок ты мне принесешь выписанное соло Бад Пауэлла. И будешь играть его двумя руками. В общем, я уже его как-то снять, я его снял, но играл я как-то ловил смол. Потом он мне, значит, сказал, окей, на следующий урок можешь принести инструмент. Он мне дал кое-какие занятия, что я должен делать, он мне сразу предупредил. И на следующий раз ты приходишь не готовый, я могу стерпеть один раз. Но следующий, если ты придешь не готовый, я выгоняю с класса. Ну, так как я пришел не совсем готовый, он меня и выгнал, так как обещал. Второй раз была тоже такая же история. Почему? Потому что я не успел там все это выучить и не все понимал, что он мне говорит. Он меня выгнал и сказал, я не буду тратить свое драгоценное время на бездари, которые приходят и отнимают мое время. Я не нуждаюсь в этих $100, которые за тебя платят там. И я сам за тебя доплачу. Это его стипендия. И таким образом он меня отстранил на месяц от занятий. В общем, я за ним ходил, в конце он меня вернул.
И с того времени я стал уже более серьезнее относиться к этим занятиям. Я начал выполнять то, что он говорит. И потом он просто мне говорил, где он выступает, потому что в то время он очень много гастролировал за границей. Его бывало не было в Америке, в Нью-Йорке его не было. Когда он приезжал в Нью-Йорк, он говорил, где он будет, и просил, чтобы я пришел именно с инструментом. Он меня везде представлял. И мы играли, вот был у него квинтет, Брайан Линч играл у него, Джим Макнилли у него играл, Стив Гилмор, Билл Гудвин. Это его вот как бы квартет плюс труба. И иногда он Брайан Линчу говорил, иди отдохни, сейчас будет молодое поколение играть. Я вот играл с его квинтетом, он приносил аранжировки именно расписанные, которые были на его ансамбле, который он, у него был в 56-м году с Квиллом, Филом Квилл. Он приносил именно аранжировки для двух альтов, мы их играли вместе. А сольфеджио? Сольфеджио это отдельное было, это он не занимался за это. Сольфеджио это отдельные уроки, и там, кстати, и был и Хал Галпер, который вел сольфеджио, и Тоша Кайкиоша вела сольфеджио, приходил. Опять же, я брал те как бы предметы, которые мне было интересно. Я с детства ненавидел сольфеджио. И когда меня садили к роялю, я всегда сопротивлялся, мне говорили, у тебя нет выхода, ты не будешь играть на рояле, ты не будешь играть на этом инструменте. Никого не волнует, когда у тебя есть техника, звук, если ты не знаешь гармонии, не подходи к этому инструменту. И приходилось брать вот какие-то стандарты, анализировать. И даже в баре Ханиса я был один раз дома. Да? У него же обычно собирается много студентов. Так что, в принципе, это зависит от вас, понимаете? Вот есть люди, которые считают, что можно взять джаз слухом, это неправильно. Можно играть по слуху, но если вы будете играть вещи какие-то, которые вы их никогда не слышали, вы уже не сможете ориентироваться на ухо, потому что оно вас подведет. Вот, модальный джаз невозможно играть по слуху, потому что там есть такие обороты, которые, если вы не знаете гармонии, вы просто не сыграете. А сколько времени вы провели в Нью-Йорке и почему в итоге вернулись в Израиль? Я 5 лет провел в Нью-Йорке, вернулся потому, что Израиль это, в принципе, военная страна, сейчас там до сих пор война идет. И я, когда выезжал, я должен был служить в армии израильской. Но так как я был студентом, мне дали отсрочку. И мои родители были гранты того, что я вернусь. Если я не возвращаюсь вовремя, то таким образом тогда закрываются счета в банках и начинаются проблемы. И меня все равно депортировали бы из Америки. Поэтому мне пришлось вернуться какое-то время в Израиль. Ну, так получилось, что я сумел выстоять эту борьбу, и я не пошел все равно служить в армию. Я уехал потом опять в Нью-Йорк, но я наездом был, я уже не жил там постоянно. Ну, в принципе, я особенно и не жалею, потому что в Нью-Йорке не обязательно жить там всю жизнь. Достаточно приехать научиться и наезжать туда. Не обязательно там жить, потому что, в принципе, работы как такой музыкальной там нет. Если вы там даже родились, то вы все равно ездите в Европу зарабатывать деньги. Но музыканты, живущие в Нью-Йорке, не могут прокормить себя. Все преподавать не могут, потому что лучшие заведения заняты, а концертов не так уж много, где можно с них жить и их оплачивать. Так и сколько у вас было предметов там в этой школе? Сколько предметов? Ну, во-первых, был Big Band, это обязательно предмет. Надо было, опять же, каждый из тех, кто там играл в Big Band, должен был приносить свои аранжировки. По Big Band-овому мастерству я занимался у Тоши Кайкиоши. Ее легко было понять, она японка, она не говорила сильно заумным английским. И было с ней тоже легко. Иногда Боб Минзер преподавал. Это был как бы урок аранжировки. Были такие, как сольфеджио, опять же, приходил Хал Галпер, который вел класс, там сидят 10-15 студентов. Он рассказывает, садится за рояль, рассказывает, показывает, вас вызывает опять же к инструменту, говорит, сыграли вот так, вот так, вот так. Что-то у вас не получается, он объясняет. Конечно, пианистам легче, они знают все. У них техника, им удобнее играть. Также были уроки бизнеса, которые назывались как музыкант может себя вот прорекламировать, если у него нет агента, и как он должен себя вести, чтобы продавать себя вот в клубы, фестивали и так далее. Есть такое тоже. И помогало?
Ну, до сих пор помогает. Я отказался от всех агентов. Это один из таких вот уроков, который именно помогает и в жизни. Помимо этого, ну, вы можете взять разные. То, что я закончил как исполнитель, аранжировщик. Есть люди, которые учатся на учителей. Я не вытянул это, я сказал, что я хочу быть исполнителем, аранжировщиком. У меня в дипломе написано исполнитель, аранжировщик. Я не имею права преподавать, как бы. Моего диплома недостаточно, надо еще доучиваться. А в чем сложность преподавания? Ну, я вообще считаю, что я всегда говорю, вот как я считаю, что преподавать надо, во-первых, это любить, и надо знать, что ты можешь преподавать, потому что калечить людей нет смысла. Приходить, просто зарабатывать деньги, обманывать их, говорить им заведомо неправильную какую-то информацию, которую ты сам не знаешь, и до сих пор еще копаешься в ней и думаешь, это правильно или нет. Потому что взять просто инструмент и показать, как играть, это одно, но если учить уже ученика, если бы ученик потом пошел куда-то дальше, и мы говорили, а ты ничего не знаешь, так... Хотелось бы, конечно, самим быть, как бы. И я считаю, что преподаватель не может быть 20-летним, 30-летним, хотя бы после 50 лет. Когда у него есть какая-то база, у него есть опыт. Он не может 20 лет человек прийти и сказать, что я знаю все. Хотя я знаю, что в России есть музыканты, которые говорят, что я играю во всех стилях и знаю все. Но ничего не знаю, ничего не знаю. Я часто на эту, по этому поводу с многими спорю, даже до скандалов доходит. А вы до отъезда из России, вы здесь же учились? Я в Киеве учился, да, я учился, тогда это было эстрадно-джазовое отделение в Киевском музыкальном училище Глиера, но опять же, как такового джаза там не было, потому что в то время на Украине джаз не был такой востребованный, преподавателей таких, как может быть, в России не было, хотя я до сегодняшнего дня, вот, многим говорю, что самая лучшая школа джазовая – это Санкт-Петербург. Я вот в прошлом году, когда был первый раз в Санкт-Петербурге, обратил внимание, что там музыканты играют по-настоящему бибоп, но это... Я всегда об этом знал, что там одни из лучших музыкантов находятся, потому что опять Санкт-Петербург. Да, вот эти группы. Я в прошлом году с ними играл как раз на фестивале «Белые ночи», проект, посвященный Чарли Паркеру со струнами. Понимаете, это не только форма музыки, это и язык. Мы все на одном языке, а как вы слушаете, это все на одном языке, и все они иногда люди говорят на одном языке, и так и не понимают. А в Санкт-Петербурге где? Ну, вот именно у Гольдштейна. Все, кто играет, учатся у Гольдштейна, они выходят музыканты. Это те, кого я знаю, они сегодня в Нью-Йорке играют музыканты. Те, кто учатся в Москве, я не знаю, приезжают неплохие музыканты, но они бибоп не играют. У меня была всегда вот одна запись в Гольдштейне, и совершенно недавно я обнаружил, я когда был в Германии, я купил пластинку, старую пластинку, которая была издана в Америке. Это именно квинтет Гольдштейна с носом, где они играют просто здорово. Причем записали они это в домашних условиях, эту запись, и передали в Top Tip News, он ее издал в Америке. Я не знаю, или даже не знали об этом. Там потом есть даже приложенные письма на английском языке Носова и Гольдштейна, что они рассказывают, что тут очень тяжело с джазом, вот бы они хотели, чтобы кто-то за границей знал, что в России играют джаз. Потому что Фил Вуд мне, кстати, рассказал такую историю, когда он был в 1962 году здесь, в России, с оркестром Бенни Гудмана. У них был большой тур, практически месяц, по всему Советскому Союзу. Там была Москва несколько дней, там Петербург. Киев, Тбилиси, они потом уехали куда-то там, Ташкент и Алмата, они полностью куда можно было их отвезти, их отвезли. И они ничего никто не знали о российском джазе, они только единственное, что предупредили, что тут за всеми следят и ходят медведи по улице. Все, что они знали о России, когда они приземлились, они увидели, что есть асфальт, и люди ходят одеты, и нет медведей. Это тогда как бы они в то время так думали о Советском Союзе. И когда они попали в Санкт-Петербург, то там устроили джем-сейшн. Этот джем-сейшн, конечно, после него очень много людей поплатилось всеми местами работы, потому что когда увидели тех, кто там работали, люди, и там был, кстати, Белощекин тоже, об этом знаешь. Очень много людей потом выгнали из членов партии, с работ, везде, где можно было, им закрыли дорогу, кто-то стал невыездной даже на гастроли в такие страны, как Болгария и Польша.
И значит, Фил Лутмер сказал такую историю, он познакомился с Гольдштейном. Гольдштейн ему показал свои аранжировки, которые он сделал для малого состава, а также для биг-бенда. Но так как в то время он не мог это ничего с этим сделать и никуда выслать, Фил Лутмер просто забрал эти ноты и вложил их в ноты оркестра Бенни Гудмана. Так как это были ноты, подписанные на английском языке, то когда пришло КГБ и спросило, что тебе передали, он сказал, ничего, там никто ничего не передал. Перетрусили весь чемодан, увидели, кроме нот, ничего не было. А ноты были немножко затерты. И Фил Вуд забрал эти аранжировки, и через год вышел диск, где играл Фил Вуд, Зусим Санфан, он называется он State of Liberty. Они играют полностью композиции, аранжировки Геннадия Гольдштейна. Я в прошлом году, как раз с ним, когда увиделся, и все-таки познакомился, то я ему об этом рассказал, и рассказал, что Фил Вуд всегда о нем спрашивает, и везде, где я с ним видел, всегда спрашивал, что с Гольдштейном, очень тяжело было его найти и как-то связаться. Он мне подарил два диска, там есть диск, где посвящение Бенни Гудману, и один диск, где играет его оркестр саксофона. А его студенты в Нью-Йорке сейчас играют очень, кстати, востребованный. Вот Дима Боевский очень много выступает, и выиграл это ученики на Гольдштейне. Ну, Леня Сельдарский менее, потом пошел по пути ИСМ, но все равно тоже записывает диски с американским музыкантом. Так что школа Санкт-Петербургская саксофонованная, она считается одна из лучших сейчас даже для нас в этом году. А вы сами занимались сегодня? Нет, я если бы не уехал, я бы занимался. Но так получилось, что я уехал. Планировал я ехать к нему когда-то тогда заниматься, но никак не сюда, в Москву. А где он преподает? Где он сейчас преподает? Училище Мусорского. А, училище, то есть не высшее? Ну смотри, тебе не надо сильно высшее образование, тебе хватит того, что он тебе даст до конца дня учить. Не надо быть профессором. Знаешь, когда-то мне сказал Валерий Пономарев, что джазу учатся за деньги идиот. Я говорю, почему? Он говорит, потому что, говорит, джазу нельзя научиться ни за деньги, ни без денег. Если у тебя это не дано, ты не научишься. Классику ты можешь высидеть 10 часов, выучить концерт, худо-бедно ты его сыграешь. Чарли Паркера даже мелодию ты не сыграешь, если ты не можешь сыграть его. Ну не получится. Не будет там музыки. Роберт, а существует упражнение для куляции? Ну, смотрите, во-первых, есть соло музыкантов, есть всякие этюды джазовые написаны. Есть же артикуляции именно биг-бендовые, где подписаны точечки, домики, именно школа каунт-бейса. А лучшая школа, конечно, слушать по-моему очень много биг-бендов, слушать именно как они играют вместе, и стараться это повторить. И себя со стороны слушать, когда занимаешься, чтобы не играть именно свободно, расхлябанно, а сдержанно. А записывать себя на диктофон? Обязательно, да. Уже сегодня можно не на диктофон, уже на айфон можно записывать. Потом в YouTube выставлять, говорит, выйти, как я играю. Сегодня уже это очень легко. Сегодня не надо диски писать, DVD. Сегодня можно вот вчера отыграть в клубе, не успел доехать до гостиницы, уже пол концерта там стоит. Я полночи смотрел, так что нормально. Как вы начали поступать искусство импровизации? Ну, я, во-первых, очень много слушал. Начинал я вообще с Бенни Гудмана. Слушал очень много Бенни Гудмана, Луис Армстронг, как все. Потом через какое-то время оно начало откладываться. Я пытался как-то импровизировать. Даже играл в школьном каком-то таком бенде, где были единомышленники. Что-то мы там пытались импровизировать. Не помню уже, что это было, но... Выученные соло я никогда не играл, а пытался вот как-то то, что вот я чувствую, так и играть, хотя я тогда не понимал, я не знал гармонии, ничего, именно по слуху, по интуиции. И потом через какое-то время я понял, что все равно надо брать соло, таких как Чарли Паркер, именно анализировать, именно снимать их на ноты, смотреть, что там происходит. И они вот всегда у меня спрашивают, или я брал какие-то соло и учил их в разных тональностях. Никогда этого не делал, никаких фраз не учил в разных тональностях. Оно уже как-то само машинально откладывалось, и я вот когда играл какие-то секвенции, я их никогда не учил, я никогда не брал какие-то школы по секвенциям, не играл это, потому что мне это было скучно. Я играл только классические этюды. Потому что есть очень много школ по секвенциям, и у Эльвер Нельсона, и школы... У Эдди Хелса, саксофониста, и школы у Дэв Либмана.
там уже и пентатоник, и говорю, это все неинтересно мне было. Мне было интересно, потому что эти-то музыканты не учились по этим школам, они все равно занимались по-классически. Поэтому я всегда за основу держал классику. И сейчас иногда я говорю, что если я чувствую, что у меня что-то с артикуляцией, я чувствую, что играю разболтанно, расхлябанно, я беру кларнет и играю классику. Он меня как бы восстанавливает, он меня ставит в рамки. Потому что на саксофоне быстро очень, когда начинаешь играть, и долго, и много играешь туров, начинаешь играть свободно, и чувствуешь, что ты уже себя не контролируешь. Оно идет, получается хорошо, но я люблю, когда меня все-таки пальцы сдерживают. Потому что иногда бывает, играешь, и чувствуешь, все хорошо, так удобно, но это тоже не всегда удобно играть. Хочется, чтобы немножко что-то не получалось. Когда-то вот мне Арни Лоренс говорил, не пробуй играть правильно, играй неправильные ноты, в них больше будет тебя, чем в правильных нотах. Потом это вы сам услышал умом. А будьте добры, дайте, пожалуйста, наставление молодым вот ребятам, которые занимаются, пришли сегодня вас послушать. Ну, во-первых, не забывать классическую музыку. Занимаетесь ли с самого начала, то первые часа два занимайтесь классикой. Потом уже начинаете заниматься джазом, старайтесь побольше слушать, если вы хотите играть джаз, старые музыки, как Чарли Паркер, Джонни Ходжес, Колма Хокинс, Бен Вебстер, Бенни Картер, именно вот этих музыков. Не начинайте с Чикори, и Джаред, и Билл Эванс, или там, не знаю, Брэд Мелдо. Там и закончится. Потому что я знаю, в Ростове чаще всего начинают студенты с Чикори, три квартета с Майклом Дрейком. А потом, когда их просят сыграть Stella by Starlet, я говорю, не, это уже, это не то, это полный отстой. Хотя они могут сыграть. Скажите, в юном возрасте, поскольку вы часов занимались в день, и вообще как ваше стремление было? Сначала я не очень хотел заниматься, занимался, как папа был из-под палки. Меня долго заставляли, за мной бегали, просили меня, мне легче было пойти в футбол поиграть, отбыть номер, поиграть какие-то гаммы, сделать большое одолжение. Я начал именно понимать, что мне это надо где-то после 13 лет. А до того я занимался вот так, ну папа играет, дедушка, ну может быть я, ну, не знаю, как-то так это было. А потом я начал заниматься больше и больше, бывало, ну, больше, чем 7-8 часов я не занимался. Иногда было 10, но это уже перебор, там губы болели, ну, неделю в школу не ходил. У меня были такие, как бы, отношения с родителями, не пойдем в школу, занимайся целый день. Очень удобно. Музыканты, кто интересуется джазом, в первую очередь слушают великих джазменов прошлых, ну, скажем так, прошлого столетия, да? Но вот сейчас что-то же происходит, вы, вот, вращаясь в кругу американских джазменов, кого-то слушаете из современных, кто выпускает пластинки вот в 2000-х годах? Ну, я люблю Уинтон Херинга из современных артистов, я люблю Джесси Дэвиса. Кенни Гаррета не все, но иногда ранние записи. А вот из последних я совершенно не слушаю таких, как Джошуа Редман или Крис Поттер. Это немножко не моя музыка. Я больше люблю старых музыкантов. Джон Колтрен, Сонни Роллинс, Декстер Гордон, Бен Вебстер, Колман Хокинс, Зуд Симс, Фил Вудс, вот этих музыкантов. А как вы относитесь к Стефану де Батисте? Я с ним дружу, я нормально к нему отношусь. Мы с ним играли много трибютов вместе, тоже партнерски. И с Розалио Джулиани мы вместе играли. И также я знаю молодого Франческо Кафиса, тоже итальянского музыканта. Это одни из лучших сейчас музыкантов в Европе, альтист. А на каком вы мультике играете? Это Бичлер 6, S6S. Но эта модель была сделана 15 лет назад. Сейчас есть точно такие же новые. Они немножко по-другому выглядят, и они, по-моему, более тонкие, потому что вот я этот штук уже прокусил немножко, в принципе, нормально, еще можно играть, а на новых я знаю, что если прокусывается, то зубы уже выходят со стороны. А сколько у вас с собой саксофонов, когда вы ездите? Один. Один? У меня есть дома еще Kenner Mark 6, но я играю раз в полгода на нем. А вы на сопрано играете? Да. Есть ваша композиция? Я не пишу ничего такого сейчас. Последнее ничего не писал. Все, что я писал, оно все в стиле бибоп, хардбоп было. Я современно.
Мы из Квинкетки, мы играем и правим музыку Бар Паула, Хорасе Сильвера, Маласа Дэвис. Знакомы ли вы с пакетом Ривьера, что вы о нем можете рассказать? Ну, я с ним несколько раз встречался, и последний раз даже когда-то ему помог, это было 2 года назад, когда у него разбился его мундштук. И помог ему, кстати, парень из России через форум. У него был мундштук, я не помню какой там. Он когда его чистил, у него упал и разбился. Это была трагедия, потому что он не мог ничего подобрать другого. Он ставил другие мундштуки, у него не получалось играть. Он концерты отменял, играл только на кларнете. И мне написал Фил Вудс, может быть, ты знаешь кого-то. Я не помню сейчас, о каком мундштуке идет речь. И я что-то взял и написал именно в российском форуме саксофониста. И нашелся один парень, который сказал, а мне он вообще не нужен, я вот так отдам. Ну, я насколько знаю, что ему даже, по-моему, подарок $1000 прислал по какие-то ДРВР, потому что отдал этот мушток. Но он ему не нужен был. И это действительно такая же модель, как была у Пакиша, один в один. И мы вот с ним последний раз виделись, это было, скажу, когда в Италии он приезжал, он играл с Клаудио Родити. Мы вот на гостинице жили, на завтра посмотрели. Скажите, как происходит вот какая-то концертная, джазовая концертная жизнь в Израиле, где по субботам люди априори не играют концерты? Во-первых, в Израиле в пятницу и в субботу играют джаз, и в Тель-Авивской опере есть джазовый абонемент, который в пятницу и на субботу начинаются концерты в 10:30 вечера. Тель-Авив это город такой же, как Нью-Йорк, он не спит ночами, поэтому там можно играть круглосуточно. В принципе, и в Иерусалиме играют. Кто-то хочет играет, кто-то хочет не играет. Если вы не верующий, пожалуйста, если вы одеваете на себя ярмолку, то вы не можете играть, допустим. Хотя есть музыканты, которые приходят. Никто никого не принуждает. А первый ваш серьезный коллектив какой был? Именно мой или где я играл? Ну, где вы играли серьезный? Ну, сейчас вспомню. Первый серьезный коллектив. Это был студенческий Big Band в New School. Он назывался в то время как бы, его называли Big Band имени Dizzy Gillespie. С этим Big Band работали такие как Слайд Хэмптон, Артура Сандавал, какие-то Дереверы приходили, с нами как бы играли, дирижировали. Фредди Аббард приходил, но он уже не играл, он только там приносил какие-то свои аранжировки, он играть уже тогда не мог. Джеймс Муди приходил с нами работать, он иногда сидел в группе саксофонов, тоже играл. И там через этот оркестр прошли очень многие, там Рой Харграв был, Кристофер Холидей, там играл на баритон-саксофоне Джеймс Картер. Очень много сегодняшних звезд нью-йоркских прошли через этот Big Band. Денег там не платили, но мы приходили, потому что это было интересно. И опять мы могли познакомиться с теми, о ком только вы слышали и мечтали, потому что вот они в Нью-Йорке, они там живут, они работают. И это опять же знакомство, познакомишься, куда-то придешь, кто-то тебя куда-то порекомендует. Допустим, в Нью-Йорке нет такого, что вам кто-то звонит и говорит, тут есть выступление за $30, вы говорите, а мне мало, я не приду. Вы даже должны за $10 согласиться, если вы свободны, потому что в следующий раз не позвонят. Там как бы с этим намного все строже. В России бывает такое, что звонят басистам, говорят, не, меньше чем 5000, я даже не поеду выступать. Бывает такое, да? Даже Игорь Бутман мне когда-то рассказывал, говорит, нужен был срочно басист на Новый год, когда куча корпоративов, и все заняты. Говорит, даже левые были заняты. И когда я предлагаю 20 тысяч, они тоже не хотят. Я говорю, не, меньше $1000 мы не поедем. Он говорит, хоть бери, выписывай из Нью-Йорка музыкантов. Скажите, а куда бы вы посоветовали поступать, ну, на магистратуру, например, или бакалавр? У кого бы поучиться? Ну, можно, смотрите, там есть Джулиард. А в зависимости, что вы хотите. Классика – это Джулиард. Хотя есть люди, которые считают, что учиться в Америке классике нет смысла, надо в Европе, в Германии, во Франции. Многие американцы ездят даже сюда, вот, как басисты, они считают, что хорошая школа в России. Даже не в Германии. Многие американские контрабасисты знают, что здесь, в Москве, есть хорошие преподаватели. Я знаю нескольких людей у нас из Израиля, уезжали сюда, учились, они работают в филармоническом оркестрах. Они ездили именно сюда, израильтяне, учиться в Москву, не в Германию, не во Францию. Тут были преподаватели, которые именно подходили. Скажите, а вот
Если джазу обучаться, то надо ехать в Америку, потому что джаз это американская музыка. То же самое, если вы захотите петь народную русскую музыку, не можете поехать в Китай учиться у русского, там, в Китае или у китайцев. Поэтому приходится ехать там, где она изобретена была, чтобы не было акцента. Обычно в Нью-Йорке, вы знаете, вот, приживаются чаще всего саксофонисты и трубачи, но не барабанщики, не басисты. Они не любят почему-то американцы, не своих именно в ритм, потому что ритм для них это главное. Саксофонисты могут быть японцы, китайцы, евреи, русские, трубачи тоже, но иногда еще и пианисты. Но как только вот садится ритм-группа, контрабас и ударный, они хотят, чтобы они именно местные. Они считают, что вот лучше них никто не играет свой ритм, вот американский. Америка, куда именно? Нью-Йорк? Ну, Нью-Йорк, в принципе, да, потому что Беркли сегодня, оно недостаточно интересное в плане... Там, в Беркли, понимаете, Беркли сейчас скатилась на уровень такого дешевого ПТУ. Там учатся все сейчас. Там, это не то Беркли, которое было 30 лет назад. Там нет тех преподавателей, которые были тогда. И многие из преподавателей даже играют не всегда интереснее, чем студенты. Туда приезжают на мастер-классы музыканты из Нью-Йорка, там Долавана приезжает, Дэйв Либман, Фил Вудс, но лучше учиться уже в Нью-Йорке, во-первых, это центр джаза. Если вы хотите играть смут-джаз, вам придется приехать в Лос-Анджелес, потому что в Нью-Йорке его не играют. В Нью-Йорке играют именно вот акустический джаз, там есть и латинская музыка очень на высоком уровне, как бы, и кубинская музыка, но именно настоящий бибоп играют в Нью-Йорке. Давайте поиграем. Да, может поиграть, Ваган устал. Вы ему тоже задавайте вопросы, потому что он чаще меня сейчас бывает в Нью-Йорке. Он уже каждые два месяца туда едет. Я ему как не звонил, говорит, я в Нью-Йорк. Я говорю, что Армения перешла в сторону Америки. Starlight. Окей. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.